Привет, добро пожаловать, Дин. Следующий час, давай сыграем Легенды Зельды 2 и посмотришь. Это обычно в этом лабиринте, который не искусственные коробки, а даже это искусственные полы, которые мы используем, чтобы движать место на место. Это не очень много. Что-то. Это не очень полезно. Хорошо, посмотришь. В этом комната. Это будет обязательно мы зажигать. Зажигаем все лампы. И прежде того, мой выходит на дверь. Поэтому это будет лучше, если мы зажижаем их в последний момент. Но даже это трудно. Хорошо, посмотришь, это щипи. Это щипный аппарат, который может быть проблем, но к счастью есть эти коробки, которые защищают или блокируют движение аппарат щиты. Но к счастью это просто одно сердце повреждение будет. Хорошо, не было очень огромный проблем. Это место, где это очень способно, что это существие, это существо в пещере уменьшало мое потребление, моя магия, к счастью. Но это не очень хорошая комната. Для это злой пол, потому что что-то куда избегать очень мало, нет? Очень мало. И клетки много, нет? Клетки много. Хорошо, это достаточно. Что будет? Потом. Это просто бутинка магия, которая не нужна. Фея, которая еще не нужна. Это, по-моему, это уникальное место. Потому что что-то это стены в том, как пещера, нет? Это прежде того, они выглядят как замка или лабиринт. Это очень, что-то называется, очень люкс, здание люкса, может сказать. У нас нет ключа, чтобы открыть эту дверь, к сожалению. Но, по-моему, это будет правильный путь. Это искусственный платформ, искусственный пол, это управляемый просто когда мы в знак вопроса, это что называется? Ничего нет, это просто компас, компас. Может быть это место не движаемые, or неизбежаемые, но это нет проблем, потому что мы можем что-то с зеркалом продолжаем до конца этого места, нет, до конца этого места, но мы продолжаем один еще раз до выход. Но где находится этот ключ, который нужен, я не знаю.
Это может быть, мы должен откончить это монстр, убить, закончить эти монстры, но я не знаю, как мы можем. Но ключ моего успеха будет здесь. Хорошо, хорошо, хорошо. Я один еще напомнил, что делает. Посмотришь, это повреждение, эти монстры были очень огромные, нет? По-моему, это звище. Я что сделал? Я думал... Это моя ошибка. Я думал, что это был магический пудр. Но на самом деле это не был магический пудр. Это был магический зеркало. Поэтому мой один еще раз... что-то. Начинаем старта, начинаем выхода. Но это не будет проблемой, потому что это не очень занималось много времени. Это ошибка. Хорошо. Это как я хотел, это что-то я хотел. Потому что это, конечно же, полезный мое здорово не был очень высокий. Если я не знал, по-моему, я знал со время, которое я играл первый раз, которое мы можем превращать мои враги до фею. Потому что у меня есть, как я сказал прежде, что-то многие двое с играми, которые, когда я был ребенком, это очень мало. Когда я был ребенком, у меня был Обуна. Что-то Nintendo Power и Nintendo Power описал я я не знаю, что называется. Хорошо, это что-то глаз вредный, конечно же. Это больше ключ. Это больше ключ. Конечно, это ключ сокровища, ключ сокровища этого тюрьмы, но это не будет очень близко. Я не знаю, где расположено сокровище в этом, но это очень полезно. Я знаю именно, что это, и это будет очень полезно. Очень полезный. Я должен обнаружить. Я должен найти его. Это зеркалический щит. Это может быть, может сказать. Это видеоигра называет. И так. О, как я использую. Это первый. Хорошо. Второй будет. Нет проблем. Их очень вредные это монстры. И очень что-то называется. И очень быстрые. Но это не будет проблем. Но это Обуна. Было Обуна и... Это очень что-то. Это комприхенсивный, потому что это
повышен. Это газет просто на эту видеоигру. Поэтому у ей есть весь секрет, который есть в видеоигре. Очень полезный. Почему? Это не нужно, нет? Совсем не нужно. Я просто потерял мое время. О, хорошо, я не знаю, что эта миссия была вредным. Хорошо. Сундук сокровищ будет. Второй раз. И третий раз. Хорошо. Без проблем. О, это очень что-то темный, нет? Темный это может быть проблема, потому что много. О, мы можем направляет что-то как сторон. Мы двигаем. В эти заметки. Но, к сожалению, я не знаю. Ага, хорошо. Продолжаем до двери. Я не знаю. Это запертый дверь. Да, не просто запертый, но это что нужно. Не нужно ключ, нужна кнопка. Или ключ. Нет ключ. Нет ключ как ключ. Это ключ как что-то кнопка. Может быть кнопка расположена внутри. А в центре комната. Может быть. Хорошо. Я думал, что это может быть нужно сила полки Самары, но это не так. К счастью, потому что. Это не будет, не было очень большие проблемы. Это причина, которой я два раз что-то пытался. О, это очень, очень вредное место. Очень опасное место. Я не знаю, что будет потом. Но это что называете? Это просто выход, но это не очень хороший выход. Я не знаю, если мы можем продолжаем. Может быть, я хочу увидеть, если это работает или нет. Мы можем просто получаем вред. Хорошо. Это ключ, но, по-моему, это не будет дополнительный ключ. Это просто один ключ. Может быть, это что-то. Просто один удар хватает. К сожалению, это будет шанс пополнения моего здоровья, но я использовал мой один из моих лекарств. Хорошо. Ничего, нет проблем. Хорошо. Не, это не нужно. Не нужно совсем. Хорошо. Это черепи много. А почему? Я знаю почему. Потому что это очень опасное место. Нет, именно
это место, но это лабиринт силы. О, хорошо, может быть, это место рождения. Но нет, это может быть... А, нет, это комната босса. Мы можем отключить босса без сокровища этого места. Посмотришь, в этом борьбе, это монстр, это может быть мы и сравняемся с первым в темном мире, в темном лабиринте, который это у него есть очень длинный тел, я не знаю. Загадка. У него есть длинная загадка, которая может атаковать нам. И еще это три что-то называется, три головы. Одна голова уязвима на лед, а другие уязвимы на огня. Хорошо. Поэтому мой... хорошо, это первый мой что-то. Просто он стал лед и уязвимы на мяч. Ничего нет. И другие... загадка, загадка проблем. Нет, загадка нет проблем. Что-то проблем своей голова. И после того, это будет проблем. Это как змеи, но змеи просто уязвимы на мигающий пункт. Он... Конечно, это геометрическая барба, но это очень короткий, потому что у нас есть очень сильный мяч. Это конец. Хорошо. Но я должен сейчас это мое следующее назначение, сокровище этого места. Но без сокровища это способно. Хорошо. Это принцесса Зельда. В конце концов, мы спасли принцессу Зельду. Я благодарю, который очень много стремился, чтобы спасти меня. Как я думал, вы легендарный герой. Я чувствовал его с тех пор мы встречались первый раз. Ганнен ждают внутри своей башни, чтобы пройти в ротку, которая связана между двух миров. Когда Ганнен выходит в светлый мир, это невозможно, кто-нибудь может остановить его. Но если он отстает в закрытом месте этого мира, вы можете найти его, когда-нибудь сбежает. Хорошо, сейчас продолжайте до башни Ганнена. Мы будем использовать что-то combined. Местная сила, что взломит барьер. Давайте возвращаемся. Мир, страну, без крах, без without fail. Это как корейский слово.
корейский язык. Хорошо. Путь героя является дорога до Трайфорс. Но это, к сожалению, я должен один еще раз выходить на место, потому что у нас есть, у нас нет сокровища, сокровища черепаского кармена. Но, по-моему, это не будет очень тяжелый, если мои воспоминания аккуратны, нет, точно. Но это может быть не очень точно. Я не знаю. Эй, три сердца! Много! Это монстр. Я хочу сказать, что это монстр, по-моему, они девелопер украл из Super Mario Brothers, потому что это монстр я первый раз видел в Super Mario 3, третий видеоигра в этом знаменитый сериал. Хорошо. Хорошо. По-моему, это правильный путь. Будет что-то вниз. Будет вниз. Хорошо. Это может быть огромная проблема, потому что это глази может вызывают многие проблемы. Хорошо, в конце концов. Это зеркальный щит. Это отражает люк, который мой старый щит не удался. Люк этого этих глазах. Хорошо. По-моему, это достаточно. В следующем видео, конечно же, мы продолжаем до башню Ганона. Всего доброго.